Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы, ребята, играем. Продолжаем играть в игру Ratchet & Clank. Собираем мозг, а точнее нам надо собрать 60 мозгов, но мы уже собрали 29. И все будет круто, если мы пройдемся здесь и насобираем оставшиеся 31 мозг. Так, давай-ка посмотрим карту. Ну, в принципе, по карте можно побродить, поискать где-то. Где-то мы еще не забрали мозги. А, вот здоровяк ходит. Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Надо его тормознуть. Мимо. Ну, как так-то, а? Надо его тормознуть. Да как так, а он не летит на меня? Я сейчас так все заряды потрачу. А, все, он меня увидел. Отлично, улетаем. Ну надо какую-то площадку, надо взять побольше. Вон, кстати, еще один мост. Площадку побольше. Где он? А он за мной вообще, нет? Да как так-то, а? И не получилось приманить даже его. Плохо. Плохо так. Все начиналось хорошо. Тихо. Зуркончик, пойдем ко мне, братан. Сейчас мы возьмем. Тихо. Я улетел назад, наверх, обратно. Протонный барабан все решит. Я вижу, внизу появился мозг. Нам надо собрать еще кучу мозгов, поэтому бегаем и собираем. Где-то надо подзарядить наш летательный рюкзачок, потому что у него заканчивается энергия. Обязательно. И собираем все, что здесь есть из оружия, потому что оружие очень редкая штука тут. Так, где еще можно поискать мозги? Хочу туда вот полететь, потому что там что-то лежит. И можно ранец подзарядить. Давай. Все. 100%. Отлично. Все супер, ребята, идем дальше. Что нам еще нужно? Так это куча мозгов нам надо. Вот для чего мы пришли сюда. Итак, полетели искать. Полетели еще искать мозги. Нам надо много мозгов, ребята. Просто много мозгов. Мистеру не нужны болты. Его валюта боль. 32, но это мало. Это очень мало. Надо еще больше мозгов. Здесь я уже все исследовал. В принципе, надо... Надо искать здоровенных, мозговитых. Где они? Надо их прибить и собрать с них мозги. Ну-ка, вниз.
обменяйте мозги на болты. Но это надо обменять, но нам надо насобирать их сначала. Ну-ка посмотрим, ребята, может быть, мы уже карточку какую-нибудь получили, а? Отлично, забираем. Идем дальше. Ну, надо летать и смотреть, потому что я, в принципе-то, здесь уже все излазил. Все излазил, поэтому остается лишь собирать мозги там, где они еще раз появляются. Потому что я думаю, что они не один раз появляются, они где-то еще восстанавливаются. Поэтому идем и забираем. И уже полный запас патронов. В общем, очень круто. Вон большой. Надо большого хлопнуть, ребята. С него выпадет 3 мозга, по-моему. А теперь вопрос, как это сделать? Я что-то активировал. Очень жестко сейчас будет. Ничего себе, сколько болтов насобирал. Супер. Иди сюда. Иди сюда, я тебе говорю. Иди, подходи, не уходи. Я не ту штуку выпустил на него, надо ракетницу пустить. На, есть, наконец-то он на меня активировался. Все, ребята, его сейчас добьем. Добьем. Он сам не рад уже, что нарвался на меня. С него соберем мозги, которые нам нужны, в принципе, да? Да хорош, ты что так больно-то мне сделал? Мимо пролетела ракета. Получай в мозг свой. Сколько осталось? 19%. 14. 9. И чуть-чуть, ребята, остается всего пару ударов. Готов. Готов. Наконец-то. Отлично. 3 мозга сразу получили. А теперь вопрос. Как этот щит открыть? Как открыть этот щит, который вот здесь рядом со мной? А, кстати, вот в таких штуках бывают кристаллы для улучшения оружия, но сейчас ничего нету. Полетели, я не знаю, куда пока лечу. Пока просто осматриваюсь. Давай здесь заправимся, потому что... Тихо, вернись назад. Потому что топливо заканчивается. Топливо заканчивается, надо заправляться. Где я еще не был? Есть одна неисследованная область, это вот здесь где-то, в обратную сторону. Полетели, я хочу прямо ее исследовать, чтобы карта была полностью открыта. А по пути смотрим, может быть, где-то мы еще пропустили какие-то мозги. Я вижу, вот как раз мозг. Мозг вот здесь. Спускаемся. И... хочу протонный барабан швырнуть сюда, ребята. Чтобы все получили от меня. Получили раздачу. Они очень хотят. Хотят попасть под раздачу. Поэтому мы это делаем. Идем дальше. О, внизу. Внизу есть ящики, которые мы собьем благополучно. И заберем все, что в них есть. А также подзарядим наш ранец. Пушка, мне непонятно, для чего она тут стоит. В нее надо стрельнуть или что? Или что с ней сделать надо? Ну-ка, давай с ракеты шарахнем. Непонятно. Пока непонятно. Давай делать дальше, значит, будем. Наше прохождение будем делать дальше. Полетели. Дальше куда? А, мы как раз попали на эту территорию. Там есть еще одна территория, которая... Нестабильная атмосфера. Неизбежны механические поломки. Да хорош, не надо ломаться. Для меня одна неизведанная территория, но не в ту сторону я полетел. Вон еще здоровый мозг летает. У нас 36, надо еще 24. Вон еще один мозг. Летим туда. В принципе, вот как раз нам сюда и надо. Мы здесь еще не были. На, держи, протонный барабан. Где мой Зуркон? Супер, 38 мозгов мы уже собрали.
Куда же еще идти дальше за этими мозгами? Давай пролетим и посмотрим. Но здоровяка точно надо того замочить. Здесь я уже был. Ни одного мозга тут не осталось. Идем на здоровяка. А, вот еще один мозг. Хорошо. 39. Собьем ящики все, они нам пригодятся. И здесь тоже хорошо. Мы пополняем свой арсенал. Куда здоровяк улетел? Подожди, мы увлеклись. Короче, куда-то здоровяк улетел. А, вот он, вот он. Стоп, 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 стоп. Что мне надо взять-то? Мне давай ракетницу возьмем. На, получай. Готов. Стой, я его сейчас хочу пикселизировать. Поехали. Готов, большой пиксельный мозг. Я его превратил в огромный... В огромного количества пикселей просто. О, куда, 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 куда? Вернись обратно. Вернись, вернись, я все прощу, подожди. Дайте мне запрыгнуть. На, еще. А как я так упал? Сколько осталось? У него жизни, кстати, немного осталось. 20 всего процентов. Подожди, а Зуркон мой стреляет вообще, нет? Ну-ка, появись. Давай, стреляй по нему тоже. Все, ребята, мы расправились с ним. 42 мозга. Осталось 18 всего. Заправляем ранец и полетели. Куда мы полетим? Куда же мы полетим? Ну, давай куда-то возвращаться еще. Мне кажется, можно вернуться там, где мы уже были. И, скорее всего, где-то мозги эти будут. Вот еще мозг. Не пропускаем, забираем. 17 штук осталось. А что это? Это карточка, да? Комплект гало-карточек. Ну-ка посмотрим, что там. Звуковой бластер. Отлично. Забираем. А где бы нам еще собрать мозги? Предлагаю полетать, осмотреться. Может быть, по пути где-то мы еще увидим мозги. Стараюсь смотреть внимательно, но пока ничего не вижу. Мы здесь были, мозгов я не наблюдаю. Спустимся сюда, заберем ящики, ребята. Здесь много будет болтов, которые нам нужны, в принципе, для покупок. Идем туда, вниз. Есть, забираем все, что есть. В принципе, тут много чего валяется, поэтому можно много насобирать арсенала, ребята. Но основная задача — это идти и собирать мозги, и надо их потом поменять. Поэтому я просто вылетаю наверх. Осматриваюсь. Подожди, ну мне-то надо зарядиться. Где есть подзарядка? Ну-ка, быстро. Вот, подзарядка, отлично. Давай ранец зарядим и можем идти дальше. Мне кажется, я уже по кругу все прошел. Куда, 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 куда? Не надо туда. Вернись обратно. Не, это, конечно, хорошо перепроходить здесь, но нам нужна свежая кровь, ребята. А точнее, свежие мозги нам нужны. Может, здоровячка какого найдем? Потому что здесь много оставалось таких мозговитых, которых мы еще не трогали. А пока мы идем и собираем все, что нам выпадает.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, осторожно. Мистеру Зуркону не нужны надоботы. Заряжаем ранец и полетели. Вот я не понимаю, как вон туда еще попасть. Мы так и не попали наверх. Может быть, там где-то с другой стороны надо подойти. А, давай вот сюда на площадку. Смотри, там и мозг есть, и все отлично. Стоп. Протонный барабан. И погнали, ребята, погнали. А еще соберем мозг. А как он так остался здесь лупить по мне, а? Отлетел нафиг отсюда. Так, давай крутанем. Вот здесь что-то мы сейчас сможем сделать. Так, а что произошло? Что произошло? И сюда мы нажмем турель. Сюда надо пострелять. И где что надо разбить? Скучно. А, ребята, здесь проход. Ну-ка, подожди-ка. Аккуратно спускаемся. Прикинь, аккуратно спустились. Все, здесь новая локация. Мы идем сюда. Вот, оказывается, куда надо было. Да, и здесь и мозги есть, и все. Давай воспламенителем шарахнем. Есть. А как дальше? А дальше полетели. А дальше полетели. Аккуратненько собирать мозги. Тихо, только не падаем. Где-то еще здесь были мозги. Я собрал там, нет? Ну, наверное, собрал, потому что было у меня всего 42 или 43, я уже не помню. А нам осталось-то фигня насобирать, ребята, всего-то чуть-чуть. Да хорош, Зуркона призовем. Пусть он всех мочит. Итак, продолжаем движение. Полетели. Я думаю, эта пещера нас выведет куда-то в очень интересное место. И осталось всего 12. 12 мозгов собрать. Так, протонный барабан где? Давай, кидаем. Держите, ребята, держите, все для вас. Все специально, получите, распишитесь. Как вы и хотели, как вы ждали. На, еще один протонный барабан. Мне не жалко, если честно. Все будет для вас сделано. Подходите, подходите. Кто еще не получил, вы свою порцию отхватите. А я пока соберу все болты, которые здесь валяются. Еще что ли вас много? Вы что так, где Зуркон мой? Куда он пропал? Все, протонный барабанчик сейчас всех разворотит. Отлично. Заряжаем ранец. И похоже, мы куда-то летим наверх. Ну-ка. А тут закрыто. Подожди, куда наверх-то? Так это не все. Ребят, получается 50 мы получили мозгов. Еще прям 10 штук нам не хватает. А, стоп, я понял. Кнопки. Кнопки, раз. Да куда ты полетел? Быстрее кнопку нажми. Два, третью нажмите. Ну нажми, чуть-чуть осталось. Нажал или нет? Да, я нажал, все, открыл. А теперь полетели наверх. Выплываем. Так, а, ну я где-то же здесь был, получается. Откуда я вылез? Я откуда-то вылез. А-а-а, я сюда попасть не мог. Ребята, я вас поздравляю, мы попали в то место, куда мы не могли попасть. Да? Это очень высоко. Или мы могли сюда попасть? Ну-ка. Нет, я полетел не туда. А-а-а, я все понял. Мы попали в то место, куда мы не могли попасть. Мы уже прошли под землей.
поэтому ничего здесь не открытого нету. Надо просто тогда идти. Просто идти и искать где-то еще эти мозги. Может быть, здоровячков осталось несколько штук. Давай ранец подзарядим, и мы сможем тогда еще поискать. Отлично. Осталось-то всего 10 мозгов собрать. Но куда нам полететь? Но куда, ребята, нам полететь-то? Ну, полетели вот на эти островки. Посматриваем по сторонам. Где-то что-то есть. Где-то обязательно будут мозги. Давай сюда приземлимся. Здесь много коробок. Отлично, супер, все. Болт золотой, ничего себе. Я его так искал. Он второй всего лишь из 28. Это большая редкость найти золотой болт. И очень хорошо, что мы сюда спустились. Так, а куда идти дальше? Где собрать еще 10 мозгов? Либо надо здоровяка искать, который летает огромный. Потому что я помню, что мы, скорее всего, какого-то из здоровяков оставили еще. Но неужели мозгов рассчитано прям тютелька в тютельку? Где нам еще найти? Так, ладно, я спускаюсь сюда, потому что мне надо подзарядить ранец. Отлично, соточка. 100%. Пока летим, смотрим огромных мозговитых чувачков, потому что нам они нужны. Я не вижу. Это нам надо, получается, все исследовать. Хотя я уже везде полетал. Давай попробуем вернуться. Куда вернуться? Ну, не знаю, полететь в эту сторону. Здесь летают птицы. Но мне нужны мозги, ребята. Как забрать? Где еще взять мозги? Уже все разбито. Кто его знает, где взять? Уже все исследовал. И здоровяков всех прибил. Может, еще кого разбудить надо, а? Сейчас сюда прилетим, зарядим ранец еще. Слушай, вот эта штука интересная. Может быть, мне сюда прыгнуть где-то можно? А, нет, ну там просто огонь валит оттуда. Давай слетаем туда, чё, в ту сторону. А, ну здесь мы все видели. Не вижу яйца просто, нам, вернее, не яйца, а мозги вот эти. Где они? О, болт, ребята! Прикинь, как так-то, а? Вот это спрятали, мы третий болт нашли, офигеть. Это крутая находка, правда. Может, и здесь есть? Нет, здесь нету. Но полетели куда? Полетели в скопление, в основное, наверное, вот сюда, в центр. Могут они где-то быть еще вот на таких башнях. Я где-то бывало видел.
Здоровячков я еще сейчас не вижу, потому что они были, в принципе, летали. Оп, стоп, 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 стоп. Может быть, где-то здесь? А, подожди, а вот это почему не открыто? Вот эта штука почему не открыта? Так, раз, раз кнопка. Давай откроем. Раз кнопка. Два кнопка. Три кнопка, супер. А теперь полетели туда, где мы что-то открыли. А, вот здоровячка открыли. Приветствую, да, здорово. Давай-ка мы с тобой разберемся. Давай пикселизируем тебя. Здорово, чувачок. Почему ты не пикселизируешься? Быстро, быстро пикселизируйся. Я ракеты, по-моему. Я не поставил пикселизатор, что ли? Вот. Готов получить. Ну, давай, 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 давай. Что там осталось-то? Подожди. Подожди, что-то больно получается как-то. Мне 30, всего 30 жизней у меня осталось. Давай наверх. Давай наверху его будем бомбить. Иди сюда. Куда ты полетел? Ё-моё. Попал я, нет? Так, стоп. Давай ракетницу, потому что она далеко бьет. Да пошел нафиг, а? Ты что такой сильный-то? На, еще ракетницу. 50% у него. Ай, больно. Он мне, если попал, то сразу 6 хп снес. А у меня уже 24 осталось. Мало. Мало осталось. Как мне бы еще подлечиться где-нибудь, а? Ну-ка, иди сюда. Подожди, где мой Зуркон? Ну-ка, вернись ко мне. Хотя он по нему, в принципе, не стреляет, этот Зуркон. На, получи. На, еще. Мимо. Так, 3% всего осталось. Ну-ка, еще разок. Есть. Получилось. И 53 мозга. Нам осталось собрать 7 мозгов, ребята. 7 мозгов. Ранец надо зарядить. Потому что у ранца осталось заряда всего на 32%. Так, где еще кто лазит? Предлагаю подняться наверх, потому что я... А, вот. Зарядка есть. Хотя бы зарядка есть. Где еще набрать мозги? Мне надо всего 7 штук. Всего 7 штук. Я уже все обошел. Я уже не знаю, где они могут быть. Это если только лететь. А, подожди, вон там не открыто. Вон там не открыто что-то. Ну-ка, спускаемся. Я тут, похоже, не был. А как не был? Вроде был. Так, стоп, стоп. Ладно, давай. Протонный барабан, поехали. Все, где мой Зуркончик? Включаем. Будет он всех отстреливать. Все, супер. Так, ладно, мы правильно пришли, в принципе. Здесь вот не открыта какая-то область. Хорошо, кнопка раз, кнопка два, кнопка три. Ребят, все вижу. Раз кнопка. Два кнопка. Три кнопка. Все супер. А теперь здоровячка валим. А чем будем стрелять? Давай ракетницей, как обычно, да? На, получай. Но жизней... Уже маловато, что-то уже 26 всего осталось. Ладно, я думаю, мы справимся. Давай, держи. Ах ты, посмотри на него. Ой, больно, ребята, больно, очень больно. Где-то аптечку надо. Так, чем? Давай воспламенителем буду фигарить. Получай. Ай, 2%, 2 жизни всего. Что делать? Я взлетаю. Где аптечка? Ничего не вижу, нету аптечки рядом. Я просто улетел. Это было очень опасно. Вон он. Вон этот здоровяк. Мистер Зуркон, скучно. Так, мистер Зуркон, давай-ка мы подзарядим ранец, у меня нету аптечки.
Вижу, я ее нашел, наконец, но это мало будет. 23, надо еще где-то собрать. Не, ну хотя можем, конечно, с таким количеством попробовать. А он может сюда до меня долететь? Или нам его где-то там надо прессовать? В принципе, я и здесь сражусь с ним. Просто вопрос, чем стрелять в него? Так. Давай, ракетница, еще раз. Иди сюда. Я почему-то сильно... получил минус по здоровью. Это было из-за того, что я упал куда-то. Да? Я потому что шлепнулся. Тихо, сейчас мы возьмем пикселизатор и все, ему хана тогда. Пикселизатором мы его быстро забьем. Превратим его. Ах ты, как? Ты посмотри. 5 всего осталось. Что делать? Ребята, 18%. Я не смог это сделать. Как так? Вот тебе, пожалуйста, аптечка. И что, по новой надо его... Чего, по новой надо вызывать, что ли? Хорошо, ладно. Я сейчас вызову его. Ух ты, как много забрали-то сразу. 2. Давай, бьем его сразу с пикселизатора, а? Иди сюда. 1, 2. Зуркона призовем. Пускай будет. Просто как друг ходит рядом. Хотя он его вообще не бьет, по-моему, нифига. Так, 42% у меня осталось. Ракеты полетели. Да куда ты бьешь-то, а? Так, стоп, дай, включи пикселизатор. Пикселизатор, тема хорошая. Все, закончился пикселизатор, давай теперь ракетами. Но он же сейчас уже может погибнуть. А и у меня, кстати, уже всего 36% осталось. Новый уровень, отлично, 25% к урону. Супер. Как раз сейчас будем фигарить. Ну давай, давай. Давай, попади, главное хорошо попадать по нему. Осталась-то фигня, 20. Да попади, нормально, что ты делаешь-то? Ё-моёшечки, а где там Зуркон? Не знаю, либо гранатами ему закидать, а что делать-то? Я его забил, ребята. Все получилось, 56 мозгов. 56. Что делать? Надо еще где-то собрать. Еще надо собрать 4 мозга, но у меня вариантов уже не осталось. Где? Может, еще что-то закрыто? Я и так уже все исследовал. Ну, давай сходим вот, ну, не знаю, может быть, вон туда слетаем. Нестабильная атмосфера. Нет, туда не пускают. Механические поломки. Вон показывают. Показывают что-то, показывают. Я полечу туда. По пути надо осматриваться. Может быть, реально где-то еще мозг какой-то затусовался, который мы не увидели. Так, здесь что? Давай улучшим оружие, а? Почему бы нет? У нас, смотри, уже... Плазмострел, купим плазмострел. Рэтчет добыл плазмострел. Супер. Этот псевдоспектральный биоскоп находит слабые места врагов, но сумеет ли Рэтчет в них попасть? И давай улучшим заодно. Я хочу улучшить пикселизатор, потому что, ну, прям реально, дальность позволяет уничтожать врагов с еще более безопасной дистанции. Именно этого не хватает. Именно этого не хватает ему. Количество патронов. Ну, не знаю, там, давай по кругу прям пройдем. Сможем? Все, супер. Доступно загадочное улучшение. Джин здоровья. В руководстве... К этой запрещенной модификации говорится, что она использует один баг, чтобы периодически создавать аптечки после победы над врагами, чтобы это не значило. Понятно? Так, больше не можем улучшить. Будет создавать аптечки, ничего себе. Так, вот чувак, у которого надо поменять, в принципе, это. В смысле?
А, мозгов собрано. А, я поменял. Смотри, на болты поменял. Надо еще 4 мозга найти, в принципе. Вон он, получается, оставил мне задание 4 мозга. Он мне просто на болты поменял. Это задание было на болты поменять. А, это вообще, это, по идее, дополнительное задание, блин. Не, ну давай его выполним уже. Я не знаю, где найти, правда, этот мозг. Надо еще 4 мозга. Давай полетаем, может быть, еще где-то попадутся. Я думаю, что какой-нибудь, ну, типа здоровяк, у которого 3 мозга, и где-то еще один тусуется там, ну, не отысканный. Хотя я думаю, мы уже везде были. Ну-ка, наверх. Наверх, мне кажется, вот тут я не залетал сюда наверх. Нет, оказывается, все, и все, я везде был. Давай сюда спустимся. Так, надо подзарядить ранец. И обратно полетели. Мне кажется, я прям вот найду сейчас эти 4 мозга. Вот, ну, где-то легко, по-любому. Сложноватая, конечно, задача получилась. Потому что где-то я пропустил, скорее всего, какой-то мозг. Зарядим ранец. Здесь все четко, здесь нету ничего. Давай еще зарядим. Стоп, туда не падаем. Где взять 4 мозга? Вот в чем вопрос. Здесь я прошел под землей. Все собрал вроде бы. Ну-ка давай спустимся еще раз посмотрим. Может быть, я что-то не собрал здесь. Летим. Ай, ай-яй-яй-яй-яй, не надо. Не надо падать. Да больно же так. Восстановим энергию, отлично. Ай-яй-яй. Давай, кстати, стрельнем вот из этой пушки. Что будет? Ой, хорошо бьет. А больше, ребята, ничего тут нету. Короче, я зря сюда пришел. Ладно, хотя бы я убедился, что там все нормально, что здесь ничего больше нету. Я прошел под землей. Давай зарядим ранец и пойдем дальше искать. Куда ты попрыгал? Ну где эти мозги могут быть, я уже не знаю, правда. Похоже, придется плюнуть на эти мозги и проходить дальше. Без этого дополнительного задания.
Можем, конечно, еще пролететь, посмотреть. Но я больше не вижу, где ни здоровичка никакого. Ни где-то, где мозг еще мог спрятаться. Так, полетели, короче, к кораблю. Где наш корабль? И будем потихонечку выходить на следующую миссию. В общем, насколько можно было, я выполнил, получил болты. В принципе, за 4 мозга этих он мне даст всего лишь там сколько-то болтов. Я думаю, ничего страшного не будет в том, что если я не найду 4 мозга там этих. Хотя очень бы хотелось. Очень бы хотелось, и в принципе... Наверное, можно было бы это сделать. Может, они где-то вот здесь спрятаны? О, четко сколько вывалилось. Ранец подзарядим. Мы, кстати... А, подожди, а мы вот здесь вообще не исследовали. Смотри. Может быть, все-таки... Это то место, куда и надо нам было сходить, а и найти эти мозги. Вон они лежат, вот мозг. Ребята, вот это затуп был. Всего лишь надо было исследовать территорию как следует. А что такое случилось? А, ничего себе, у меня оружие получается, смотрите. Еще сколько неоткрытого. Плазмострел только, здесь он один. А так вообще, вон дофига всего. Протонный барабан включаю и пошли. Наконец-то я... Это просто был опять затуп очередной. Надо было просто исследовать территорию. Здесь по кнопочкам надо пропрыгать. Давай смотрим, куда. Раз кнопка, вон туда наверх, наверное, кнопка. Давай, наверное, наверх сходим сначала. А, вот еще ребята. Давай вам... Сейчас все будет. Зуркончикова возьмем, включим. Новый уровень у протонного барабана. Супер. Еще плюс 20%. А это значит, что мы сможем его улучшать сейчас. И будем его, наверное, улучшать как следует. Наконец-то. Наконец-то, ребята. Все получилось. Вот такой вот затуп, но ничего страшного. Ratchet & Clank справляются. На, получи. Еще получи. Куда мозг повезли? Все, мы сбили мозг. Да хорош, а? Че, почему я не могу попасть по тебе? Куда ты полетел? Все, попал. По-моему, попал. Сейчас точно попаду. Тут повыше надо взять. Есть, готов. Выходим. Полетели, соберем все. И здесь тоже активируем. Так, кнопка. Кнопка будет раз. Надо посмотреть, где еще 3 кнопки. Кнопка 2 и кнопка 3. Где же она будет? Кнопка 3. Давай, раз. 2. И кнопка 3. Нажали. Отлично. Все. Сейчас... А, здесь здоровичка нет. Здесь просто болт. Золотой болт. Все супер. И куда теперь? Нам остался один мозг. Один этот мозг. Где он может быть, этот мозг? Вот здесь еще не исследованная территория. Я не знаю, может быть там. Ну-ка посмотрим, может карточку какую дали? Точно, ребята. Пикселизатор.
все супер, комплект собран. Пикселизатор. У нас есть полный комплект. Так, а куда лететь? Ребята, надо найти еще один мозг. Он где-то здесь, я чувствую. Мистеру Зуркону не нужны болты. Давай наверх туда слетаем. Коробок много, но мозга нету. Всего лишь один мозг. Ну, полетели туда. И по пути смотрим. По-любому где-то он есть. И где же он? О, давай туда спустимся. Может быть... Кристаллы выбьем? Нет, не получилось. Ты еще не дал. На, держи протонный барабан. Может еще отдохнуть приляжешь, Ломбакс? Я-то обменяю, смотри, мне надо еще один мозг. Я близок к научному прорыву. Один мозг всего остался. Личная армия через прутов. Давай полетели туда, слетаем. Где еще есть неизведанная территория? А как туда попасть? Мы, в принципе, как раз к кораблю прилетели. Вот здесь закрыто, как будто закрыто что-то. Где кнопки? Ага, так. Так, подожди. Вот как раз, наверное, вход какой-то и закрыт. А как туда попасть? Как его открыть? Ребята, как это сделать? Ну закрыто же, я не могу зайти. А если с другой стороны? Ну-ка, полетели туда, с другой стороны, может быть, это уже будет выход. А вход совсем с другой стороны. Так, мы правильно прилетели? Да, я как раз попал сюда. Только вопрос. Куда дальше? Куда дальше и как открыть? И что это за дорожка такая? Смотри, у меня магнитит ботинки. Я по ней бегу. Тихо. Стоп. Меня сбросило как будто бы. Давай еще раз попробуем. Ну-ка, подлетай. Где вы, ребятки? Ну-ка, подходи. Отлетай сразу. Еще один. Давай пройдем по этой дорожке. Как будто испытание какое-то. Ай, тихо, меня поджарит сейчас. Не надо так сильно. Все, я опять слетел с этой дорожки. Как присоединиться к ней опять? Да встань ты нормально, не надо туда падать. Хорошо, пошли еще раз. Пешком по магнитной ленте. Ждем. Да я здесь просто пробегу. Нет, не пробежал. Поджарили. Ну давай с прыжка.
Не помогло. Слушай, как так-то? Давай тогда аккуратно будем проходить, пробовать. А, я понял. А, стоп. Если я пытаюсь взлететь, он сразу вылетает с этой дорожки. Давай аккуратно как-то проходить. На, получи. Есть. Есть. Дальше как? Во, давай покрутим. Избежав опасности, Рэтчет и Кланк добрались до тайного логова Бларгов. Исследовать это весело. А что произошло? Открылось что-то? Подожди, я не пойму. Где что произошло? Ладно, давай исследовать, пошли дальше. Все, не работает? Ё-моёшечки, тихо. Побежали, быстрей. Стоп. Побежали быстрей. Стоп, да стоп, что ты делаешь? Сейчас сожжет нафиг тебя. Стой. Побежали. Да быстрее беги, что делаешь? Ща прибьет. Еще чуть-чуть осталось. Куда я прибежал? Он нашел наше убежище. Он нашел, говорит, наше убежище. На тогда, держите вам протонный барабан. Где Зуркон мой? Зуркон сейчас всех нафигарит. Так, получайте. И еще держите, ребята. Они, кстати, бьют протонный барабан мой. Прикинь. На, держи. Сейчас я постреляю по вам. Где он там? Нате, получайте. Все, пойдет, идем дальше. О, а ты еще жив, что ли? По-моему, Зуркон всех порешал тут. Так, с этими как? С этими-то как будем действовать? Давай пикселизатор, наверное. Не знаю там, что с ними делать. На, получите. Зуркон где? Жесткие ребята, слушай, жизни быстро у меня заканчивают. Я что-то нажал. Давай еще кнопочку нажмем. Да иди ты нафиг, а. Уничтожить он собрался. Ох ты, новый уровень, отлично, плюс 17% к урону. Отличная штука. Не вижу даже, кто это. Поехали. Зуркончик. Помнишь мистера Зуркона? Мы вышли наверх. Болт, ребята, золотой болт. А мозг я так и не нашел. Последний мозг я так и не нашел. Очень плохо. Но я думаю, ничего страшного. Так, куда поехали-то? Мне не надо туда, вниз, мне не надо, я хотел наверх. Давай улучшим. У меня есть все, чтобы сделать героев еще героичнее.
посмотри! Уже очень много оружия у меня. Будь здоров! Вот, ребята, что я хотел очень сильно улучшить. Это здесь вот эту модификацию. Все, отлично. И, наверное, придется без этого мозга одного все-таки начать проходить дальше, идти в следующую миссию, потому что мы не можем уже так сильно задерживаться здесь. Поэтому идем к кораблю. Где корабль наш? Мега крутой, вот он. И всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новом видео. И можете поделиться с друзьями. Всем удачи, всем пока!